ребята, я только что закончила снимать одно видео на бьюти-канал. Тут еще не успела убрать, был макияж. Вот, помыла волосы, сегодня Ванечка наш проспал и убежал быстренько в университет на презентацию. Так что я сейчас готовлю себе кофе, у меня разогревается кофемашина. Тут уже я все сделала, тут тоже сейчас сделала, сейчас только загорится зелененько. Буду разогревать молоко. Я еще не решила, что я буду завтракать, не знаю. Еще как-то не пришла я к выводам, что же завтракать. Пока что решила сделать только кофе. Так, ну что, ребят, у меня уже выводится видео. Я его уже смонтировала и вывожу. И сегодня я поеду в Барселону. Хочу кое-что для вас отснять там. И давно я там уже не была. Кое-что нужно купить. Так что собираемся. Хотя у меня есть время до 3. Ладно, все. Быстренько-быстренько и выезжаем. Села в поезд, выезжаю в Барселону. Ну что, ребят, я уже приехала. Сейчас выхожу со станции. Вот. Так, куда мне идти дальше? Я уже 100 лет здесь не была, поэтому идем к ближайшему выходу. Я на улице. Иду сейчас на площадь. Народу столько, как всегда, в принципе. Ой, какие красивые цветы в этом году высадили. На лилии похожи, это вроде лилии. Раньше здесь не было лилий. Вот розочки уже отцвели. Так. Ребят, я здесь хожу, гуляю, хожу по магазинам, по кое-каким. Снимаю на большую камеру, она у меня со мной. Я снимаю для бьюти-канала. Сейчас иду на Рамблю, потому что хочу пойти в этот в цветочный отдел. Не отдел, а там же распределена Рамбла по этим, по частям. И я вот иду в цветочный. Я уже, если честно, так отвыкла от этой суеты, что столько людей, все куда-то идут, все куда-то спешат, что у нас в городе, там, где мы же с вами живем, такой движухи нету. Конечно, иногда нужно выбираться, чтобы почувствовать вот это вот ощущение. Ну, я люблю это. Я люблю бывать в Барселоне и вообще хорошо здесь. Короче говоря, цветы я так и не купила, потому что все они какие-то дохленькие, и я проголодалась. А здесь на Рамбле есть Carrefour Market, который супер классный, потому чтобы дешево и вкусненько перекусить. Не покушать, а перекусить. Перекушу и буду отчаливать уже домой. Отсняла все, что планировала. Единственное, что в одном магазине меня заставили все удалить. Но это вы уже потом увидите на бьюти-канале. Что мне здесь нравится, так это огромное разнообразие ягод, фруктов. Смотрите, вообще, выбирай, не хочу, и кокос, и арбуз, и манго, и папайя, и дыня, и груша. Все, что хочешь. Иду на станцию, потому что Ваня меня уже потерял. Пишет, где ты, почему так долго. Все, все, я купила себе булочку и еду домой. Так что идем на станцию. Только что в автомате я там еле купила воду, €50. Ужас, просто пить очень хочется. Вообще хотела фанту взять, но она что-то не работает. Так, я приехала. Сейчас будем искать, где меня ждет Ваня. Вот он, умирающий лебедь. Лебедь, умирающий. Тут недалеко были от Ваниных родителей, и мы решили заехать. Мы всю неделю не виделись, да. Поболтаем. Ваня кофе хочет, я кофе не хочу, я воды нахлебалась. Где ты воду нахлебалась? Ну, купила воду. Воды обычной? Да, обычной воды. Я хотела купить пепси, фанту апельсиновую, но автомат не работал. Не хотел он мне постоянно возвращал деньги. А рядом стоял автомат с водой. Думаю, ну ладно, значит, купим воду. Там письма? Ага. Ой. Это тебе. А, это мне? А, это мои эти банковские письма. Смотрите, какая тачка впереди нас. Chevrolet Corvette.
такая супер тачка. Кстати, девушка за рулем. Да? Угу. И либо же это опасно. Мужчина с длинными волосами. Ну, вообще, вроде как девушка за рулем. Мы покушали окрошки. Только вчера с Ваней поговорили, что нужно сделать окрошку. И тетя Оля с дядей Вовой дома была окрошка. И нас накормили окрошкой. Да, мы такие. Угу. Довольные теперь. Едем в магазин и потом домой, и потом на тренировку. Мы, в общем говоря, до сих пор так домой не доехали. Мы сейчас едем обратно в Барселону, то есть в Бадалону. И... Бадалону? А, да. Бадалону справа? Откуда мы едем? Нет, еще нет. А, которые тут рядом. А, ну да, все тогда. Я просто думала, что мы не туда едем. Мы решили купить лампу. Мы уже определились, какую мы хотим. Вот едем в магазин за лампой. Идем. В магазин где-то. Слушай, а что все так разобрано? Они что, закрываются, что ли? Нет, они уезжают. А где это, то, что нам надо? Смотрите, как все, какой-то здесь беспорядок. В прошлый раз здесь было очень светло, раз. Очень уютно. Ну. Шкаф. Купили этот шкаф. Ага. Нет, смотри, какое кресло. Ага. Креслечище такое большое. Грязное. Вот что-то все такое. Смотри, цены везде убрали. Они вообще работают? Да вроде, поздоровались с нами. Аня, вот смотри, знаю, там столики есть цены. Столик. Этот столик стоит 103 евро. Пошли, а где лампа? Здесь нет лампы. Нам, наверное, придется заехать туда. Ну, ой, не. Да. Ой, не. Да, здесь вообще ничего нет. Ой, не. Ой, не. Да, прекращай. Ой, не. Все, мы приехали уже в магазин. Вот, вот такую лампу будем покупать. Есть такая вот металлическая, есть белая. Вот, мы думаем белую взять. Что металлическая... Мне в металлической вот форма вот этой штуковины не нравится. А в белом она посимпатичнее. Они без лампочек, да? Она спросила. Короче, мы здесь стулья увидели прикольные, которые можно ставить один в один. Смотрите, как они называются. Кадира, Катя. Стул Катя. Прикольненько, прикольненько. Ну вот эти такие добротные, зай. Это одни из самых лучших, которые мы видели, чтобы можно было убирать. Вообще мне вот те нравятся, вот с такими вот ножками. Но нам некуда такие ставить. Да, и прикольные. Какие-то они металлические. Не нравится? Совсем нет. Да, посмотрим, что тут еще у них есть. Пока нам оформляют. Угу. Не, наши лучше. 38 евро. Удобно? Да. Да? Но не черные. Ну, вот именно. Можно заказать, еще кучу времени ждать. Какие здесь кухни классные. Кухни здесь красивые. Да? Смотри, как такой красивый цвет, эффектно смотрится. Мне вот это нравится. Это бежевое, белое с коричневым. Вот это вот классное. Лампу мы купили. Осталось теперь купить лампочку. Потому что лампа идет без лампочки. Надо сейчас посмотреть, какой у нее... Как это называется? Цоколь. Цоколь? Какого размера? И мы приехали в другой магазин. Что в том мы продавали. Угу. Потому что в том нету. Приехали. Зеваешь, да? Да, зеваю. И на меня камера такая, опа, типа, и не звали. Давай, раз, два, три, опа. Мы решили заехать в русский магазин. А здесь неподалеку был, называется Балтика. Все, идем. Требуется кто? Шофер требуется, продавец.
Так, что будем брать? Смотри, есть сырочки, мороженка, всякие тортики. А здесь есть Наполеон? Если здесь есть Наполеон, вот это вот, что вот это вот такое? Вот это? Наполеонки. Наполеонки. Будем Наполеонки брать? Не хочешь Наполеонки? Ну ты даешь. Пельмешки, варенички, всякие прянички, пряничушечки, бублики, сушки, вафельки. Так, творог 2,15. Это 30%. 3,15. 15%. О, евро 50. Это у нас 0,5%. 180 грамм. Да уж. Селедочка. Всякие консервы у нас здесь продаются. Сардины. Вот. Тут всякая всячина. Смотрите, какое небо красивое. Закат. У нас уже солнышко садится. Мы едем домой. Все, мы уже дома. Пляшет. Сейчас вам покажу, что мы купили в русском магазине. Итак, в русском магазине мы купили вот такую вот колбасу. Три поросенка. Не знаю, вкусная или нет. Здесь 610 грамм, стоит 4,73. Но нам надолго хватит такой колбаски. Ладно, завтра точно. Вот, купили еще квас. Вы знаете, мы любим квас. Так, здесь все. Потом, естественно, в русском магазине мы всегда покупаем... Куда Ваня их уже убрал? Не туда убрал. Да. Ваня купил эти сырки. Он их очень любит. Сколько мы взяли? Раз, два, три, четыре штучки. Сырки. Потом мы взяли, что тут у нас осталось. У нас остался здесь зефир. Я просто очень люблю зефир. Такой вот. Стоит у нас 3,85. Такая вот упаковка. 420 грамм. И всякую чепуху взяли. То, чего в Испании нет. Кстати, вот когда мы давали пробовать Серхио сухарики, нам в комментариях написали: «Тю, сухарики русские, я вас умоляю. Сухарики есть в каждой стране. В Испании нет таких сухариков». Ну как, они есть, только в русском магазине. Ну да, вот в русском магазине, да, 65 центов у нас стоит. Мы взяли... Очень дорого стоит. Да, дорогие. По сравнению с тем, сколько стоит в России, вот мы взяли, вот я очень люблю с беконом. Потом взяли с красной икрой, взяли лосось и сыр. Все. И все, больше ничего не купили. И о, что купили? Что-то весит. Ваня собирает лампу. Начал собирать. А я сейчас... А, мы же еще скумбрию купили. Я забыла вам совсем сказать про скумбрию. Мы купили вот такую вот скумбрию. Она у нас 2,84. Это такая вот небольшая. Ваня очень любит скумбрию, поэтому я сейчас буду варить картошечку к рыбке. Да, котик? Ага. Вот такая вот лапень от лампы нашей. Она же тяжелая. Да? Угу. Холодненько. Пума, так, Пума не ешь эту гадость. Любит она ее кушать. А вот и наша лампа уже включилась. Круто, зай. Так, как я и хотела. Не, круто, да? Да. Круто. Мне нравится котик. А тебе нравится? Угу. Мы, если вы увидите, то он немножко отличается цветом, но мы купили более теплого. Да, то есть у нас вот здесь вот такие более холодные, а да, этот мы... 4000 кельвинов, или как он называется. Ага. А лампочка 3000. Мы специально купили, чтобы уютнее было, потому что мы будем включать без никакого света, вот так. Вот так будет. И они еще плюс экономные. Да, еще экономка. Супер! Пума нашла себе новое местечко, где отдыхать. Она, короче, запрыгнула отсюда, запрыгнула сюда, и отсюда сюда,
И оттуда вон сюда. И вон, смотрите, лежит, спряталась за колоночку. Я невидимка, меня не видно. Да, Пума? Ладно, мы сейчас будем в высшую лигу смотреть КВН и будем ужинать. У нас на ужин хлеб, свекла. Господи, как эта рыба называется? Скумбрия. Скумбрия, да. Картошка. Я скумбрию один кусочек только съем. Я не очень люблю просто. И я себе нарезала колбаски. Не уверена, что я все съем. Но, кстати, спросили у женщины, какая вкусная колбаса. Она нам это посоветовала. Вкусная. Я надкусила немножко вкусно. За, идем. Очень хочется кушать. Идем. Так идем. Идем ужинать. Идем же. Идем ужинать. Че? А, это же я поставила посреди комнаты эту штуковину. Всем приятного аппетита. Мы смотрели КВН и уснули. Так что всем спокойной ночи. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.